Здравствуйте, всем. Меня зовут Артём, я из Москвы, мне 53 года. Я хочу оставить свой отзыв о прохождении первого модуля школы коучинга в стране внутренних конфликтов Павла Колесова. Начинала, наверное, я, как и большинство бесплатных вебинаров Павла. И возможность прохождение школы я только мечтала об этом. И считала это возможным для себя совершенно невозможным. Потому что денег не было, я на пенсии, и возможность брать кредитов я вообще не рассматривала как таковую. Для себя я это совершенно не приняла. Но также я честно понимала, что жить в том состоянии, в котором я жила, я больше не могу. Это было просто действительно нежелание жить. И, соответственно, полное состояние депрессии. Ничего не хочу, мне плохо. Хотя этот шаг писаться дался мне очень легко, я очень долго колебалась. Но то, что я начала ощущать буквально с самых первых дней прохождения, изучения материала, общения, я чувствовала эти результаты буквально каждый день. Я начинала учиться, что оказывается, в этой жизни можно радоваться. Можно легко вставать, с интересом ждать, что готовит тебе этот день. Даже уже за первый модуль изменилось полностью мое восприятие этой жизни. И мне понравился этот процесс, как в жизни на Земле. Я вернула себе самое главное право жить. Это не высокие слова, это действительно та травматика, которая не давала жить, и жизнь была моя. Изначально с рождения уже с рожденным чувством вины. Я не любила эту жизнь, не любила себя, постоянно критиковала себя. За все действия не признавала никаких результатов. Хотя, в общем-то, конечно, по жизни каких-то результатов не было. А сейчас мир словно переворачивается вокруг меня. Я даже не знаю, что мне нравится больше. Проводить курсы или самой быть клиентом. Восторг от всего. Потому что благодаря этому обучению каждый день интересен еще тем, что ловишь инсайтом по поводу самой себя. А почему? Почему это происходило? А почему я стала такой? А какой я могу быть? И когда понимаешь, что все это можешь изменить, это неописуемое чувство. Когда я выступаю в качестве коуча, я радуюсь, искренне радуюсь тем результатам, которых мы достигаем по запросу клиента. Радуюсь тому, что я к этому тоже капельку чуть-чуть причастна. И, конечно, каждый человек ответственен сам за свою жизнь, сам принимает решения. Коуч является только проводником. Но даже вот эта возможность побыть проводником ощущение, это непередаваемое ощущение. Это как наркотик, на который садишься. И хочется снова и снова. И самое важное, пожалуй, что я осознала, что в этой жизни, кроме меня, никто не исправит мою жизнь. Я свою жизнь
отвечаю я сама. А изменить возможно все. Очень ценно в школе стала не только возможность обучения, но и тот скайп-чат, который существует в школе. Это чат, где люди благодарят друг друга за все. Желают доброго утра, хорошего настроения. Где всегда можно крикнуть, нужна помощь. И тут же люди откликаются. Это чувство, что вокруг эти замечательные, потрясающие люди, которые умеют любить, которые умеют поддержать, которые счастливы и делятся этим счастьем. Вот это чувство, что такие люди меня окружают, на самом деле тоже дает очень много сил, желания, энергии. А потом понимание себя, когда начинаешь в лицо смотреть своим внутренним конфликтом, начинаешь осознавать, откуда они возникли. И ты узнаешь возможность их устроения, и видишь вот этот процесс. Иногда какие-то конфликты устраняются не просто по щелчку пальцев. У нас некоторыми приходится работать несколько сессий. Ты наблюдаешь, смотришь этот результат, наблюдаешь эти изменения. И переполняет реально детская радость. И уже появляется желание обнаружить еще какой-нибудь конфликтик, чтобы с ним поработать. Меняются отношения с близкими. Мне стало легко и радостно общаться с родителями. Мне совершенно по-другому стали выстраиваться отношения с сыном. Если он раньше был замкнутый, он теперь сам звонит мне, рассказывает, что происходит в жизни. Мы сойдемся, мы делимся всем, мы общаемся. Вот этот новый уровень отношений, который строится вроде как бы сам с собой. Это необыкновенно ценно. Какие мне сессии больше нравятся? С коучами, ассистентами или с коучами, сокурсниками, с коучами группы? Я даже не знаю. Каждый проводит свои сессии по-своему. Каждый дает свое, что-то очень важное. Конечно, у коуч-ассистентов мы учимся их профессионализму. Возможно, внутренние какие-то конфликты устраняются быстрее, красивее, что ли, как-то. Но нисколько не менее ценные коучи однокрупники, причем совершенно разного уровня, что начинающие, что старички. В этой работе появляется как бы больше инсайтов по отношению к себе. Во время этой работы общение с ними очень много осознаешь. Она другая. Строится по-другому эта работа. И она нисколько не менее ценна, не менее полезна, чем работа с коучами-ассистентами. Пока, конечно, за время прохождения школы я устранила совсем еще немного внутренних конфликтов. Но я сейчас уже осознанно начала выходить на основную глубокую травматику. Я начинаю сейчас на данном этапе принимать самое важное. Право – это право жить. Право быть на этой земле. Потому что именно этого чувства у меня не было. Я все время во всем чувствовала себя виноватой. Я искала во всех действиях
во всем. Причины себя подкритиковать и обвинить. Я не принимала себя. Сейчас я не могу сказать, что это все ушло безвозвратно. Нет. Это уходит постепенно. Каждый день я чувствую, ощущаю, как я становлюсь другой. Почему я выбрала именно этого тренера и программу? Потому что Павлу Борисовичу настолько все понятно, логично, научно, структурировано. Такой объем информации, ценной информации, я не видела такого нигде. Я бы, конечно, посоветовала абсолютно каждому, кто еще сомневается, купить, не купить, идти в школу коучинга, идти, искать возможности. Потому что благодаря этой программе нужно действительно научиться жить счастливо и чувствовать радость, радость каждого дня. А можно сидеть, можно придумывать кучу причин, почему я не могу пойти учиться, как делала это я. А можно позволить себе увидеть возможность. Возможность попасть в школу полностью, поставить себе задачу. Я хочу видеть возможность попасть и начать обучение. Я задала себе именно такой вопрос. И вот я здесь. Я действительно счастлива и рада. Потому что каждый день нужно чувствовать, ощущать вот эти все, пускай маленькие, но результаты, результаты этого обучения. Эти знания, которые я получаю, они бесценны. Их нельзя измерять деньгами. А если оценивать деньги, которые я вложила в обучение, я не пожалела об этом никак. Даже секунды. Я каждый день говорю мужу, говорю маме, что это самое-самое лучшее вложение денег в моей жизни. Потому что научиться, научиться помогать себе, помогать своим близким, помогать окружающим, менять свою жизнь, я не знаю, что может быть жизнь еще лучше. Спасибо.